выделяются не только деньги, но и какие-то социальные цели, создание каких-то, скажем, ну не создание, а реализация или удовлетворение социальных потребностей. Плюс к этому внутренние инвестиции. То есть у нас в Украине не создан инструмент внутренних инвестиций. Государство постоянно подсчитывает, сколько на руках у людей денег, но тем не менее не создает инструменты внутренних инвестиций, которые бы позволили не заручать кредиты международных валютных фондов. Но что делать нам, скажем так? Мы ждем всех внутренних инвесторов, а почему мы не можем быть инвесторами? Например, у меня там есть 100 баксов, я хочу вложить их все там, все что, самое лучшее, что у нас есть в Украине, да, например, в нашей IT, в нашем мозге, но инструмента нет. То есть раунд здесь? Ну, или просто на 100 баксов на одну? Нет, послушайте дальше. Еще буквально.